Привет всем, кто смотрит это видео! Сегодня я вам расскажу, как от страшных и ужасных паразитов поможет нам обычная тыквенная семечка, которую мы извлекли из обычной вот нашей тыквы. Тыквенные семечки бывают из голосемянной тыквы и тыквы с твердым покрытием. В моем случае это будут семечки голосемянной тыквы. Но для тех, у кого таких семечек нет, а есть семечки с твердым покрытием, хочу сказать, что если вы твердое покрытие удалите с этой семечки, то обязательно должна остаться вот тоненькая зелененькая оболочка, потому что именно вот в этой тоненькой зелененькой оболочке и содержится то вещество, которое борется с страшными и ужасными паразитами, которые кишат в нашем организме. Итак, приступим к оружию, которая будет убивать наших паразитов в нашем организме. Берем вот ступку обыкновенную и щепоточку самых обычных тыквенных семечек. Для того, чтобы лучше толочь, чуть-чуть капаем водички. И начинаем интенсивно, прикладывая все усилия и всю злость, и приговаривая паразиты, я вам сейчас покажу толочь эти семечки. Это шутка, конечно. Вы можете просто толочь эти семечки. Еще чуть-чуть добавляем нашего лекарства. И опять разминаем толчем. Нападаем, как на врага, до того, пока получится у нас вот такая вот кашица. Вот и все, что нужно, чтобы уничтожить паразитов с нашего организма. Вот такая вот кашица. Для взрослых такой кашицы нужно 300 грамм, для детей лет 12 150 грамм, до 7 лет где-то грамм 150, 4-5 годиков, ну это грамм 75, до еды за час начать давать больному по чайной ложечке. Если ребенок, ему не нравится такое вот снадобье, добавить чайную ложечку меда. И давать по чуть-чуть. Для животных, например, кошечки, собачки, там, подмешивать корм, который любят ваши животные. Там, творожок или что еще любят ваши животные. Ну вот, бой паразитам. Всего наилучшего и здоровья вам. Всех благ. До свидания. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, который только-только начал возрождаться. Спасибо. До свидания.